Хочу немножко зарабатывать деньги. Я выписал книги. Класс. Сколько книг ты написал? Ни одной. Класс. Сколько ты статей написал? Ни одной. Класс. Сколько ты дневников написал? Ни одного. Замечательно. Окей. Сколько ты страниц написал? Тишина. Ну, то есть, с этим у нас нет проблем. С этим засада. Мы не делаем то, что мы говорим, что мы делаем. И задача начать делать. Как практика. Каждый день, каждый день, каждый день. Ну и, наконец, поделись. Еще один проблемный момент, с которым мы столкнулись в российской действительности, и не только в нем. Мы же делимся только тем, что произошло классно. Вот такой офигительный результат. Я стал чемпионом мира по чему-нибудь. А здесь меня похвалили, а здесь сказали, что я классный. Проблема? Какая проблема? У кого проблема? У меня нет никаких проблем. И вот в этот момент, когда мы отрицаем то, что опыт важен любой, мы замыкаем себя вот на этом этапе, то, что мы не позволяем себе выбирать то, что гарантированно не принесет результата. Обращаемся в пункт первый, в УК мир. Нет гарантий. Если ты пойдешь сейчас учиться на программиста, нужен ли ты будешь через 3 года? Не знаю. Если ты пойдешь учиться сейчас и выберешь для себя профессию хирурга, будешь ли ты востребован через 7 лет? Не уверен, не знаю. Я ничего не знаю про год вперед. Какие 5-7 лет? Поэтому это все формат теста и эксперимента. И если мы на входе запрещаем себе эксперимент, потому что он может привести к ошибке, ничего не случится.